Ребят, всем приветик. После долгого пути на Флориду из Кентак. У нас взяло около 10 часов пути. Мариночка, молодец. Большую часть времени драйвила, вела. Это для меня был первый. 7 часов опыт. Ехала она за рулем, 3 часа я. Вот, наконец-то мы приехали в наш отель. У нас сейчас 6-й этаж, мы идем в нашу комнатку. Вот, у нас вон там залив вдалеке, где бороздят корабли поддержки Трампа с флагами. Это мы потом заснимем. Ну, а наш номер вот здесь, 612. Сейчас мы сделаем маленький обзор. Ну, вот такого типа номера мы уже снимали, в плане того, что кондо. А, ну, я думаю, что вообще это самое лучшее из тех, что было. Даже пентхаус этот, мне кажется, был. Ну, да. Так, это коридор. Начнем сразу. У нас здесь ландри, да? Да, есть волчатая сушилка и стиральная машина. Очень да, классно. Здесь комната такая хозяйственная. Такое, вот. Ну и отсюда, Марина, рассказывай, что у нас здесь дальше. А, ну мы проходим. Проходим. Да. Начнем с кухни. Да, это то, где вы проводите свой отпуск. Но вы не думайте, мне нравится готовить, поэтому... Кстати, это была одна из причин, почему был выбран этот номер. Потому что мне очень понравилась кухня, она была... Ну, она новая, реально много, очень много новой техники. Ну, не считай плиты, но как бы такое. Так, плита, микроволновка. Да. Отлично. Я почти новенькая. Ты думала, что что-то оставила? Да, микроволновка. Дишвошер, да? Да, дишвошер есть и... Это посуда, посудомойка. Есть миксер, есть блендер, есть варка, ну, я не знаю. Посуда есть, да, вся посуда есть. Вся посуда есть, сковородки. Отлично, холодильник. Лед, вода. Что у нас здесь нам гости, хозяева оставили? Ничего не оставили, немножко нам. Ну да, с маленький провиант нам на выходные. Вот. Здесь у нас морозилочка, да? Да. Ой. Так, ну идем дальше. И кухня сразу плавно переходит что у нас. Мне очень нравится, что здесь вот ты открываешь балкон. Ну это опять-таки это во всех таких номерах. Что есть вид на океан и на залив получается. И ты можешь тут готовить, и тут кайфовать, а тут сразу ужинать и завтракать, и смотреть на море. И оно, получается, будет менять цвета с утра до вечера. И там вообще очень. Так, ну выходим, будем. А, ну подожди, на гостевую, вдруг кто-то из друзей решит приехать. Да, давайте, назад, идем. Так, здесь пульт управления у нас кондиционера. Сейчас у нас 72. Вот, здесь у нас хозяйственная комната. Это гостевая, да, для ребят? Ну, если, в принципе, если снимать, например, семья с детьми, то есть тут дети могут обитать, или, например, две семьи могут снимать. Угу. Потому что две отдельные ванные комнаты. Да, окно как бы, с выходом на залив. Как бы за бэк-ярд, но получается залив тоже видно. Да. Отдельная спальня, клазет. Отдельная ванна с туалетом. Здесь. Марина, открывай мне дверь. Так, здесь опять дверь, я заблудился. Так, выходим на кухню. И переходим. А, слушай, здесь мы уже были, да? Подожди, да. Показать. Те, кто с детьми, наверное, могут приехать. Смотри, все есть. А, о, игрушки для меня, класс. А, да, точно, я же приехал. Сережа, завтра песочек идет. Пасочки, я буду Вот, отлично. Набор для пасты. Завтра покажу ребятам, что я не обманываю. Так, ладно, идем на балкон, да? Давай, да. Здесь это такая living room, да? Ну, как бы такая, как бы зал. А что в этом шкафу? А что в этом шкафу у нас находится? Ну, у меня есть и привидение. Ребят, что это за шкафчик, как вы думаете? Угадайте, раз, два, три. Холодильник там. Фу, холодильник, телевизор. Все гаджеты. Да. Из-за чего сюда можно ехать? Прикольный столик такой здесь, да? Первая линия, да. То есть никто тебе впереди ни машин, ни дорог, ни других отелей, ничего. То есть вот это самое классное, что первая линия. Все, ну, закат, рассвет, закат, все здесь. Я здесь буду спать, жить. Ну, если на это. Если супруга разрешит. На видокуре, чтобы будешь спать. Ну, хорошо. А, кстати, в стоимость номера входит два стула и один зонтик. Отлично, то есть это тоже отлично. Входит в стоимость номера. И вон, видите, вдалеке пирс выходит в море, в залив.
Мы там тоже будем, покажем вам очень много интересных вещей. Кстати, нам кажется, что далеко, на самом деле это не так далеко. У нас бассейн, джакузи и там барбекю, но это все потом мы покажем. Слушай, и еще, вот сейчас много людей, а мы буквально смотрели позавчера видео, мы подписались на канал, где веб-камера отеля, получается, снимает пляж. Пляж был полупустой. Три дня приехало много людей. Да, понедельник Labor Day, день трудящихся в Америке. То есть мы надеемся, что во вторник уже здесь... Да, вторник будет у нас рыбалка, едем на рыбалку, будет очень интересно. Я думаю, вторник, среда уже не густо, да. Людей. Хорошо, отлично, много. Все, заходим. Заходи. Заходим сюда. Мы забыли показать нашу спальню. Да. Так, а здесь, как интересно, сделана стена из зеркала. Да, это стена зеркальная, зеркало. И сразу как увеличивается. Комната увеличивается, да, объем. Так, ну, главная спальня, это мастер бедрум спальня, а, ребята, там окошечко прямо на окно выходит на пляж, отлично. Так, ну ладно, у нас здесь тоже своя ванная, отдельно туалет, ванна, кладовка, туалет, душ, ну, стандартный набор. Да, вот, здесь небольшая тумбочка для вещей, телевизор, давайте посмотрим на вентилятор. Да. Ух ты, я не заметил, какой корабль красивый. Отлично, так я тоже хочу себе в гараж. Да, хорошо уточнение. Так, окно, где можно тоже наблюдать за красотой на улице. Ребят, мы здесь обнаружили буквально новый бонус, бесплатный бонус. У нас есть выход из спальни на балкон. Смотрите. Отлично. Вот в зал, в главную комнату, и раз, и мы в спальне. В общем, будем бегать по кругу. Догоняй меня. Ага, вот так, да? Так, ребят, ну вот такой у нас маленький объем, вернее, обзор нашего. Я думаю, будет Катюша. Будет классно. Да. Ну все, ребят. Мамочка и... Сестричка, всем привет. Да, Сургут, Илья, привет. Илья Степановна, привет. Ребят, всем-всем огромный привет от нас. Всем здоровья, благополучия и оставайтесь с нами.